Итак, турнир проходил в два этапа, так как всегда. И мы награждаем сейчас победителей и призеров второго так называемого финала розыгрыша Кубка Платина. Награждается Янковский Олег. Дальнобой! Куда ты пошел с деньгами? Вторым был сегодня Барташ Эдуард. Это на пиво. 10%. Ну и основной финал, значит, распределился таким образом. Два третьих места разделили между собой Каланеси Александр и Марич Юрий. Поздравляю. По 50 гривен, Таня, скинул. Подходите, я буду до вас сразу. Поздравляю, это я поздравляю вас. Ваши деньги на пиво. Работай на камеру. Расслабь лицо. Расслабь лицо. Покажи альбус. Это я. Деньги потеряли. Деньги не потеряли. Так а зачем Таню пригласили? Ей тоже деньги дают? Они тоже дают деньги. Что ты так волнуешься? Конечно, волнуюсь. Я же волнуюсь только за Таню. Это правильно. Американец. Он занят. Я тут. Так, тебе еще один. У меня просто очень много команд, Саша. Спасибо. Ты ему дал штука. Ну, все нормально. Второе место в основном турнире занял Мирник Василий Ченков. Поддержите. Ура! Эй, ребята, вы что разошлись? У нас же есть еще финалисты, что вы разошлись? Ну и первый был сегодня Михаил Романенко, приятный ему Владимир. Поздравляем победителей и призеров нашего турнира. Приглашаем всех на следующий. И еще одно объявление. Награждение этого турнира, съемки с турнира будут на интернет-сайте бильярдного клуба Platinum. Platinum бильярд семьей. Со следующего вторника каждый желающий может увидеть это, ознакомиться.